Ребята, всем привет! Мы находимся на Кипре, город Айя-Напа. Вот, данное место очень живописное, много различных развлечений. И остановились мы в Nicholas Color Hotel 3 звезды. Отель довольно-таки новый, 16-го года постройки. Вот. Покажем вам в этом видео все достопримечательности. Съездим на платную экскурсию, съездим сами, возьмем в аренду, скорее всего, квадроцикл. И посмотрим сами достопримечательности вдоль побережья. И давайте с вами познакомимся с этим отелем, оставим свой отзыв, так как многие из вас были в этом отеле, а многие, скорее всего, не были. И у многих, так скажем, остается выбор, выбрать этот отель. Давайте мы вам покажем и оставим свой отзыв. Также хотелось отметить сразу же, что буквально в 5 минутах ходьбы находится Луна Парк, парк развлечений. Это один из таких плюсов. Ну, до моря идти здесь до ближайшего пляжа минут 5-10 максимум. Очень хорошее расположение отеля, вот, шаговой доступности, можно сказать, все. Вот, очень понравилось, что русскоговорящий, получается, персонал на ресепшене, очень дружелюбный и всегда поможет вам в любых вопросах. Очень хорошо говорят на русском языке. И, как я сказал же, отель новый. Сейчас покажем вам холл. В холле всегда прохладно, то есть вы приходите с жары и можете вполне охладиться в данном холле. Доброе утро. Отель состоит из нескольких корпусов, 4-этажных. Вот, сейчас мы вышли с вами внутрь корпусов. Там находится у нас бассейн. Время у нас 6 часов 30 минут утра. А в бассейне уже кто-то болтыхается. Ресторан находится на 2-м этаже, или на 3-м этаже, вот там вот. Вот такой тут бассейнчик находится, и лежаки бесплатные. Ребят, вот такой вот номер здесь, вот такие вот интересные ключи. Значит, начнем, получается, с ванной. Все довольно-таки чисто. Туалет, душевая кабина. Здесь у нас справа вещевой шкаф, сейф, платно, стоит 30 евро, депозит и 2 евро каждые сутки. Холодильник. Кровать, тумбочки, все довольно-таки чисто, современно. Здесь такое большое зеркало, телевизор. Телевизор бесплатно. Тумбочка, столик, кондиционер. Кондиционер работает хорошо, исправно, бесплатно. Далее у нас диванчик. Все вот так вот у нас чистенько, ремонт современный. И, конечно же, балкон. Балкон у нас в нашем случае с видом на практически на море. Здесь у нас вход в отель. Вот такой здесь вид. Стульчики со столиком. В принципе, вполне себе достойным. Неплохой номер. Отель также я вам засниму. Отель 3 звезды вполне себя оправдывает. Завтрак и ужин также для вас сниму. И у вас уже будет полное представление об отеле. Номер вот такой. 7 утра, а солнце уже вовсю светит. Уже можно идти на пляж. Конец августа, а на улице жара. Днем свыше 33 градусов. На первый этаж. Хорошо идти к открытию, все еще спят, да? Парк аттракционов, видно с окна, еще не работает. Самое интересное, что шампанское с утра еще дают. Каждый по-разному начинает день. Такая здесь парковка перед отелем. Луна Парк, конечно, это и плюс, и минус. Плюс в том, что он находится рядом, а минус в том, что ночью вы не откроете окна, потому что всю ночь здесь крики с этого лунопарка. Ну и так как оживленная Айя-Напа, здесь различные кафе, рестораны находятся в шаговой доступности. Если у вас не включен обед, как у нас, то, в принципе, вы в любом месте здесь можете неподалеку поесть. Также в шаговой доступности здесь находится Макдональдс, буквально 5 минут идти. Мы еще в него ни разу не ходили, но, наверное, сходим, посмотрим, отличается или не отличается от российского Макдональдса. Вот, мы же с вами идем сейчас на море, то есть вы вышли с отеля, повернули налево и идете минут 10. Там находится у нас пристань на пляже, откуда разъезжается много экскурсий на яхтах, кораблях. Здесь же буквально 3 минуты ходьбы находится супермаркет. Цены, конечно, здесь не дешевые, цены в евро, но в среднем супчик стоит от 5 евро. От 5 и выше евро. Вот. Также вы можете брать вот такие вот электросамокаты в прокат. Около 10 евро стоит 2 часа поездки примерно. Ну, цены варьируются. Здесь я в данном случае не знаю, но видели, что 10 евро 2 часа стоит. И кататься на них вдоль побережья, либо по городу. Прокат машин. Далее видео на экскурсии самостоятельных. Когда мы будем брать квадроцикл, я вам покажу, где снять недорого и с удобством, комфортом. Мы же приблизились уже к набережной. И здесь находится ресторан «Океан Баскас». Тоже довольно-таки известный ресторан. Велосипед вы можете взять в аренду у отеля. Стоит он 8 евро один день. Но на велосипеде здесь не так удобно ездить. Вот на прибрежной зоне находится много различных кафе, ресторанов. Цены здесь, в принципе, не особо отличаются от кафе, которые находятся подальше. И красивый, знаменитый порт, от которого отходят все экскурсии местные. На пляже уже находится народ. И наблюдаем с вами закат. Закат, говорю, восход. И наблюдаем с вами восход. Лежак стоит 2 евро. Лежаки платные. И вот у нас красивые корабли, яхты, которые возят вас вдоль побережья и показывают достопримечательности. Вот кошка гуляет здесь, мявкает. Давайте же пройдем по набережной вдоль порта. И вот, как вы посмотрите, как у нас расположен пляж. Пляжная зона. Пляжная зона практически вся в лежаках. Но у самого моря. Вот там, смотрите, сколько уже людей купается рано утром. Напомню вам время, 7 час утра. Цены от 25 евро. Персонал, как я сказал, уже русскоязычный только на ресепшене, но хорошо разговаривают по-русски. А остальной персонал по-русски, в принципе, не говорит. Убирают номер каждый день, меняют полотенца. Также пляжных полотенц вы здесь не увидите. Все это за дополнительную плату. Если что-то еще вспомнил, то в дальнейшем видео вам это расскажу. Если есть какие-то вопросы, конечно же, задавайте. Мы же с вами съездим на платную одну экскурсию, на экскурсию на квадроцикле вдоль береговой линии и посмотрим с вами основные достопримечательности, которые можно посмотреть самостоятельно. Вот, также мы посмотрим, съездим в пляж Ниси-Бич, столь известный и крутой самый. Также, ребята, где бы вы ни были, в какой точке Айя-Напы, вы всегда найдете этот отель, глядя вот на этот кран. Или что это, какой-то вот железная вышка. То есть отель находится рядом с этой вышкой. Где бы вы ни находились, если вы увидели эту вышку, значит отель здесь. Это такой неплохой ориентир. Еще плюс данному отелю. Ребят, время у нас 6:30. Пришло время ужина. Посмотрим, что дают на ужин. Ужин 5 дней в неделю. Тематически каждый день в течение 5 дней он, основное блюдо разное. Напитки вечером в ужине не включены, они продаются за отдельную плату. Отдельно, конечно, надо сказать об арбузах, которые режут настолько тонко, что они даже просвечиваются. Вот сейчас посмотрим сегодня, как их порезали и в целом ужин.